не сливала. И что видно вообще? Где тут проклятый демон? Где? Выходи на бой, он что-то морозится. Где-то в стороне. Чуть я не упал со сцены. Ну, в итоге я, конечно, поймал, мы там с ним боролись. А там, потом я оба поворачиваю. Вот тут такой нелегкий курьер стал выбрасывать фишки. А потом мы туда еще помимо поролона засунули, как называется, хрустящая кукуруза. Я вытащил поролон и разбросал в зал. Я, сука, что хрустящий кукуруза. Такие были похожи. Там не хватало поролона. Набили его живот. Это был такой прикол. Вот. Уже на СУПТ превратился в доброго гринфакса. Как только он увидел своего чистого приятного мальчика, он тут же взял его на руки, посадил на колени, стал лежать его своим языком. И он был настолько счастлив, он удовлетворен, кстати, да, будто он грозный мерсин, который готов убить весь мир, всех демонов и даже боги вселенной, которые боятся. И тут же его преданный на проклад, который он сажает на колени, обнимает и говорит ему: я очень тебя прошу, я специально пришел, чтобы тебя спасти. Проси у меня что-то. Я не торгуюсь, я не банник. Я не барыга, я не могу что-то спросить. Если я что-то попрошу своего друга, ну, своего возлюбленного, это будет против моей природы преданности. Смотри, какую огромную силу дела. Он говорит: я приказываю тебе. Понимаешь, да? Я хочу тебя, хочу исполнить твое желание, что я тебя защитил, я хочу исполнить твое желание. Ты столько на себя взял вообще аскез, там тебя пытались убить для меня. То есть ты был постоянным как бы героем. Теперь я хочу тебя благодетельство. Проходит хорошо. Мне ничего не надо. У меня есть отец, который будет делать. Можешь ли ты своей... Я не все умрешь, я знаю, что умрешь. Но можешь ли ты твоей вот святости вот трансформировать? Господь Господь говорит, тому, кто достиг преданности, нет необходимости заботиться о членах своей семьи. Ибо 100 поколений твоих предков вперед и назад будут спасены самых страшных ходов. Понятно? Просто по физическим законам, во всех куранах, после того, как наши родственники умирают, мы должны совершать так называемую шахра-церемонию. Шахра-церемония, можно сказать, что после смерти, ну, в зависимости от того, где они, какие они, ну, понятно, что это самое. Если они благочестивы, они могут попасть на пилок. И пилок – это такая локоть, где живут люди, предки. Она находится чуть выше. Короче, дедушка Чигури Акаишка, определенный планет Китья. И в ведическом обществе по своим предкам нужно было смешать тампаны или шахты. Что такое шахта? На берегах Святых рек находятся такие, как бы, тирки, как святые места, например, кафе. Ты приходишь туда, и с помощью пенсионных браманов, на пальце, там начинаешь совершать тампон, поклонение своим предкам. И поклоняясь своим предкам, поднося им лишний шарик, пищу, определенную пищу. Что нужно сделать? Там, когда ты совершаешь, то ты должен остановить медитировать. Просто Wi-Fi. Просто бабушка вперед, короткий маршрут. Бабушка вперед, короткий. Почему? Потому что помните о том, что мир весь связан тонкими связями. Мать, она связана там, с ребенком, потом с детства, с Wi-Fi, да? А с родственниками со всеми связаны.